Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Бердюгина, я преподаватель в проекте «Художник онлайн». Я рада представить вам курс «Картина в интерьер». Этот курс получился очень интересным и разнообразным по техникам выполнения. В данном курсе мы с вами поговорим о том, каким образом можно выполнить быстрые и эффектные произведения, с помощью которых вы можете украсить свое жилое пространство. Мы поговорим о разных подходах, техниках и в этом курсе будем работать различными материалами. В данном случае будем работать как акриловыми, так и масляными красками. И будем пользоваться различными приспособлениями для того, чтобы по-разному интересно накладывать материал. В этом курсе мы с вами также поговорим о том, что такое картина в интерьер в целом и на что ориентироваться, опираться при подборе колорита, поиске текстур и интересных образов. В данном курсе мы с вами выполним интересную композицию, в которой поговорим о том, как и с помощью чего можно изобразить сложную текстуру ржавого металла. Поговорим об интересном способе наложения масляной краски на холст. Также мы с вами выполним холст с геометричной композицией. На примере небольшого эскиза с помощью коллажа постараемся интересно скомпоновать геометрические формы в формате. Также в этом уроке поговорим о том, как добиться разных интересных текстур. В этом курсе мы с вами также затронем тему и монотипии. Выполним две предметных монотипии, в которых интересным образом постараемся изобразить цветы. Также в этом курсе мы с вами выполним абстрактную монотипию, постараемся подключить свое воображение и создать интересную по структуре и цвету композицию. Как я уже сказала, в этом курсе будет множество разнообразных материалов. Мы с вами напишем одну работу с помощью валика, постараемся добиться интересных текстур, переливов цвета. Компонуя изображение в круг в одной из работ с помощью густого наложения краски мастихином, постараемся создать интересную объемную текстуру, компонуя фрагмент скалистых гор. Перед тем, как приступить к работе над данным курсом, рекомендую вам вдохновиться работами известных художников, таких как Пит Мондриан, Ротко, Жорж Брак или, например, Марк Шагал. По завершению данного курса вы сможете оформить свой интерьер любым из предоставленных в курсе способов. Данный курс подойдет как для новичков, для тех, кто только начинает заниматься творчеством и включаться в этот процесс, так и для людей, которые уже знакомы с красками, знают, как подбирать цвета, и для тех, кто уже начал развивать свое композиционное мышление. Здесь мы в большей степени сделаем акцент на творческий процесс, постараемся мыслить цветом и формой для достижения более интересного результата. Желаю вам творческих успехов! До встречи на курсе!